Поэтому мама и сказала ему, это Артем тебе сказал или Иване сказал, что я слишком уверен, маме сказал на тренировку. Да любая мама рада будет, что сын на тренировку пойдет, что он не будет тусоваться где-то. Вперед еще заваливайся, Дима, еще. Стой. У тебя же руки возле таза должны быть. Не, а ты туда, так-то вообще легко. Парни, возле стенки или возле столба, ну поверьте, ну что вы меня не слушаете? На покрышке, да. Точнее, Дима на покрышке. Вот на покрышке, знаете, в чем будет хуже, чем у стены? Потому что будет больше площадь опоры. А у стенки вы кончиками пальцев дотронетесь и будете себя переваливать. Либо у столба, но это вообще крутой уровень. То есть, если вы сделаете горизонт у столба упору в плечо, значит уже все, горизонт, ну, рядом-рядом. Поэтому так-то пробуйте. Но опять, для начала я бы советовал все-таки хорошенько плечики и локти вот это все подразмять. Че, Дима, дерзай. У столба? У столба тяжелее, чем у стены. Ну вот поэтому, как только... не могу сказать, не знаю, все-таки столб дает опору. Дима, ножки разводи, тихо. Вот типа того, Иван, да, у тебя сейчас разведено, спину округли вверх чуть-чуть. Нет, не таз, а саму спинку, где лопатки, чуть-чуть. Нет, ты выжми лопатки вот там. Как бы округлить надо. Во, и теперь саму спину, бедра вниз чуть-чуть. Во, носочки натяни и взгляд вперед, и наклон вперед. Поясницы не прогибайся, наклон вперед. Вот, да. Вот такая штукенция. Поэтому, парни, пожалуйста, я вас прошу, хотите сохранить здравомыслие, уберите все извращенное в жизни. Вообще все полностью уберите. Че, Руслик, рискнешь? Я мостик твой помню. Руслан, разминайся, не просто так, браток. Не просто так стой, разминайся. Давай попозже чуть, потому что, возможно, сейчас родительницы или родители чьи-то подойдут. Пока это чуть-чуть попозже. Руслик, разминайся ручками, ножками, мостик поделай. Конечно, возле стеночки, стоечки на руках. Ты, если хочешь пробовать, ты можешь вот на мягкой мате этом пробовать. Не обязательно это. Ты можешь любую кувырочки поделать. В том плане, когда ребята занимаются, как раз я тоже бы с радостью, знаешь, бы постоял, посмотрел. Хочешь тоже горизонт попробовать, Руслан? А почему? Ножки вот так на покрышку. О, горизонт. Раньше начнешь делать, у тебя быстрее получится, нет? Ты не хочешь горизонт делать? Да ты что, в твоем возрасте кто его умеет делать, скажи? Ты знаешь кого-нибудь? Кто? Нет, я тоже не знаю. Аккуратно. Вот сейчас пока, Руслан, стой и посмотри на меня. Потом, когда поделаешь здесь, носочки так положишь, ручки наклонишь и вперед поставишь, и вперед наклонишь. Просто постоять. Вот такой вот. Парни, да, брусья молодцы, Иван, Дима, Артем, брусья сегодня надо акцент сделать, большущий. Потому что все-таки у нас осталось, 28, вы справки сделали? 28-го я приехал. Вы справки сделали? Мама сказала, запишет меня. Мне мама только. А где записывать? Давно. В больнице, в поликлинике. Иван. В больнице обычно ходят. А там просто там по телефону ты типа заявку делаешь. Смотрите, какая штука. 28-го ожидается несколько тысяч гостей на набережной. Пригонят баржу, Николай Алексеевич сказал. Пригонят баржи и чуть ли не на барже выступать будет. То есть как площадка будет такая крутая. Но проблема с турниками. Мы вчера соображали, как делать так, чтобы нам вынести турник, выстроить там и обратно унести. Поэтому, парни... Разводи. Либо эти будем думать, либо поменьше. У нас еще один турничок есть, поменьше, выносной. Поэтому, парни... Черный? Да, который в самом начале был на первых тренировках. Я, кстати, не видел ни разу. Ну, на видео посмотри, он такой, он как бы такой суровый такой. Парни, брусья! А? Блин, ширина он уже, чем этот. Уже. Поэтому брусья, стойки на руках, всякие элементики, пробуйте. Очень большой вопрос именно с установкой там турника. Но выступить надо, несколько тысяч гостей. Это, что он сказал? Сейчас, какой-то артист приезжает, но он модный там среди молодежи. Нелепо. Да, он говорит, типа, нелепо. Приезжает. Мне показывали, где-то вот этот самый Нелепо, где-то он 25 потягиваний. В каком-то... Шоу на раз у Кирилла Сарычева участвовал. В каком-то дряке он участвовал, такой, в спортивный, вот мне показывали. Татуированный, да, он? Да. На горле у него там нарисовано что-то еще. 31-го, по-моему, приезжает в Саратов на концерт какой-то. 28-го он уже будет. Он может заглянуть, да? Так он же будет там, куда нас пригласили, где Николай Алексеевич устраивает. Я про вот что говорю, у вас справка по-любому к тому числу должна быть. Что? На корабле.
Как я понял, Пригонит, будут поставить для зрителей места на набережной. Пригонят баржу, и на которой баржа будет концерт, мероприятие на барже. А если кто-то увидит? Димон, прикол это, короче, вот опасно. И двух волн. Русланчик, на барже поедем? Руслан, почему нет? Да. Хорошо, на барже. Мы с тобой как зрители сядем, будем смотреть. Да? Ну все. Парни, сейчас, пожалуйста, кройте следующий поражение. Давайте бодренько. 30 секунд бег, высоко поднятые ноги. Давай, доделывай. Потом выпрыги, раз, два, три, четыре. Ну, давайте по 8 выпрыгов делаем. То есть, смотрите, первые подошли к стеночке, бегут 30 секунд. Считаем. 30, 29, ножки высоко поднимаем. 28, счет идет. Все, я погнал. Кто первый счет возьмет? Иван? Да. Давай. Раз. 8 выпрыгов только помните. Рустам, ножки выше. Дима, бег. 6. И пяточки выше, а коленочки выше. Рустам, упирайся в стену. Прям от стены оттолкнись, конечно, в стену упирайся. Ты как будто толкаешь стену. Да, молодец. 18. Бодренько, быстрее 20, бежим. Артем, ножки выше, пожалуйста, поднимай. Вам, парни, ножки выше. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. По 8 что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующий счет. 3, желательно 29, 28. Вот так счет здесь. 4, 3, 8, 9. Давай с двадцатки теперь. 20. Молодец. 17. Руслан, выше. Беги. Толкай стенку прям. К маме, к папе на помощь бежишь. Давай, молодец. Тележку с арбузами толкаешь. Или там, не знаю, с абрикосами. Тележку тянешь домой. Давай, толкай быстрее тележку, чтобы прикатить. Пошли, выпрыги. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующий. 29, молодец, молодец. 27, бодренько ножки. Поднимаем 26, выше, парни, пожалуйста. 25, 24, 23, 22, 21, 20. Дышим. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 1. Руслан, ножки выше. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Раз. Выше. 7, 6. Молодец. 5, только надо было сказать 8, 4, а не 7. 3, 2. Один, еще один разок, потому что с 7 начали. Еще один разок. Молодцы, Рустик, поехали, счет с 30 до... Молодец, давай. Ножки выше. 27, 26, 25. Осталось немного. 24, 23, 22, 21. Терпите. 19, 18, 17, 16, 15. Терпите. 14, 15, 12. 11, 10, 9, 8, 7. Терпите, ножки 6, выше, ножки 5, выше. Руслан, толкай стенку. Давай, стеночку толкай. 3, 2, 1, выпрыги с 8. 8, молодцы. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы, быстренько упор лежа, прямо здесь на зеленом полу, пожалуйста, быстренько упор лежа. Иван, беги сюда, братуха, на зеленый пол быстрее, чтобы тебя видели. Давайте, сейчас к горизонту подготовительные действия сейчас вы делаете. Помните, встали, пока отдыхаете, носочки вот так, пожалуйста, сделали. И накатик сделали, спинку округлили, считаете до 15, потом на коленочки. А нет, отставить 4 человека, давайте по 10 секунд. То есть накатик сделали, 10, 9, 8 сделали, отдохнули 5 секунд, потом следующий счет берет. Да, поехали. Спину, пожалуйста, округлите вверх. А почему ты первый? Потому что захотел? Да. Ну давай, ладно. Поехали. 10, накатик держим. 9, 8. Руслан, поясничку 7, чуть отставить. Да, 7, Руслан и Артем, 5, Руслан тоже поясничку 4, вверх. Да, терпи. 3, 2, 1.
Отдыхаем. Отдыхать назад надо, наоборот, на Катик. Артем, молодец, терпишь. Отдыхаем назад. Отдыхаем. 5, 4, 3, 2, 1. Следующий. Кто следующий счет берет? 2, 3, 4. Носочки, Иван, натяни. Да. 7. Больше на Катик. Таз пониже, 4, Иван, таз пониже, да. 10. Отдыхаем опять. 5, считаем. 4, 3, 2, 1. Кто следующий? Еще прям накат больше, прям чтобы как будто вы прям вот-вот упали. Руслан, таз подними, братан, таз подними, Рустик, таз подними, да. 10. Отдыхайте. 5, 4, 3, 2, 1. Руслан, поехали. 1. Тихо, таз выше. 2. Таз выше. 3, 4, 5, 6. Терпи. 8, 9, 10. Молодцы, отдыхаем. 5, 4, 3. 2, 1. Теперь встали в стойку на руках, но на одной руке и одну руку подняли вверх. Давай, быстрее. Вы отставите. Упор лежа. Простите, не стойку на руках, упор лежа. Да. Упор лежа. И одну ручку сейчас вверх подняли, да. И подняли ту же ногу, да. Нет, ту же ногу вверх. То есть получается, вы встали вот так. Раз. И поднялись вот так. Держим. Равновесие. Держим так же 10 секунд. Дима, нет, об стенку пока не надо. Ты молодец, да, но об стенку пока не надо. 10 секунд. И 9, и 8, и 7. Потом на другой стороне 10 секунд. 4, 3, 2, и 1. Все, на другую сторону перевернулись. Потерпите. И 10, и 9. Тихо. Дима, ручку вверх. И 7. Об стенку не надо держаться. 6. Дима, об стенку не надо держаться. 4, об стенку не надо держаться. 3, и 2, и 1. Молодцы. Теперь мостик, но только такой, как он? Таракань. По таракани, да. Как столик. Поехали, держим. Встали. 30 секунд. Прям вытянулись, прогиб сделали максимально вверх. Иван, максимально вверх, прогиб. А голову вниз можно опустить. Да. В плечах прогнулись, максимально вверх вытягиваем. Максимально вверх. Да, наклончик, можно понаклоняться, ножки распрямлять, пытаться, да, держим. Держим, Дима, держим. Кто такой ему делал? Я его делал. Держим. Я хочу, чтобы вы сейчас из этого положения, вот вы протянулись, чтобы вы из этого положения сделали вот такое вот действие. Например, вот вы постояли, потом, чтобы получилось у нас полный, например, подъем, переворот ногами. Сейчас, чтобы вы сделали вот такое действие. И только смотрите стенки, чтобы ничего не ударились. Просто перепрыг назад. А, да, аккуратно. Оно можно как и ударом это потом сделать, либо как акробатическим действием. Сейчас еще раз покажу, ладно. Да, практически, но смотрите, здесь интересная штукенция есть. Мы когда встали, я когда подкидываю, я сначала вот эту ногу закидываю, она взрывная, инерцию дает. А вот это непосредственно я делаю мах. То есть раз и чуть-чуть через бок. Иван, надо было, смотрите, если я делаю в левую сторону, первое, если я делаю в правую сторону, правая нога, если я делаю в левую, левая нога. Понимаю, как тело прилипло. Если просто мы сделаем вот так, это мы можем выйти на колесо на одной руке. А если нам надо с подхлёстом, с ударом, то нам надо первый оторваться той ногой, на которой мы плечо делаем. Поднялся, смотрите, подкидываю корпус, идет левая и сразу правая. Пробую. Разошлись друг от друга, пробую. По пятачку. Поздоровайтесь, ребята, проявите. Молодец, Артем. Привет. Да, получилось, только хлёст ногой больше делай. Серега пришел сразу молния. Здоров. Как? Ты тачку сделал, что ли? Да. Молодец. А я Максимкой разговариваю. Он говорит, нет, сегодня не сможем. Сергей машину делает. Я говорю, ну все, я понял, пусть делает.
Сделал, молодец. Парни, сделай на каждую сторону по пятаку раз. Если мне надо, я вот и без машины 2 дня езжу. Да доехать, конечно, можно. Это просто больше балабалоет у него. Просто если мне надо, я взял 23 рубля на проезд и поехал. Да, да, все правильно. У меня, правда, у меня просто не всегда так получается на общественном транспорте со снарягой, да, потому что это, ну, не очень удобно. Мне приходится брать побольше, чем 23 рубля. Сейчас, да, погоди. Парни, пожалуйста, ну-ка покажите, кто могет, Артем. Дима, ближе, да. Раз, да, только, Артем, делай удар, прям, получается, как носочком проводишь. А нос? Сейчас, смотри. Есть такая тема, да, там капуэра, не капуэра в боевых искусствах. Или, например, там в пластунке рассматриваю. Когда какое-то действие идет, я в брейк-дансе. Я подзаряжаю действие. И дальше можно проводить. То есть я как бы подзарядил, да, вот эту инерцию. Ну смотрите, обязательно, чтобы у нас вот этот мах получился, нам что надо сделать? Не этой ногой первой, а вот этой первой. 6, вот этой ногой. Даже можно вот так попробовать. Попробуйте. На одну и на другую сторону, пожалуйста. Диман, я не... Молодец, да, Артем, только носочек вот так тяни. Не на себя, а вот так попробуй. Русик, молодец. Иван, Дима, пробуйте. Дима, не отвлекайтесь. Сейчас полегче будет, дождик пойдет. Сделали хоть надо? Да, Артем, близко. Сейчас следующее, я и хотел сказать. А, смотрите, вот для этого все правильно. Коленки надо вперед. Аккуратно. Коленки надо. Есть плясовые действия. Какой народности? У тебя какая национальность? Азербайджанец. Есть пляски? Видел азербайджанские народные? Видел? Вот я сейчас ничего расскажу про русские народные пляски, да? У каждого, кто какой народности, он должен смотреть, свою культуру изучать. Вот смотрите, есть интересная такая штука. Да, а это вот такие плясовые есть. Вот так вот как-то. Можно прямой отмашка, и это еще может быть ударная штука. То есть, когда рассматриваем, ну, грубо скажем, несколько людей, когда мы рассматриваем... Это, ну, например, падение. Да не бойся, Диман, я знаю, что ты как бы враг. То есть получается, ну, типа того и такое можно. И это может дать инерцию. Например, сделали раз. То есть инерционный такой взмах. Да, только не врежься, да. Еще. Да, Дима, да. Еще такой момент очень важный. Сейчас, когда мы стоим, допустим, подутомились, прям ты этот, миллиметражи, нам, чтобы сделать вот это вот, ну, условно, зависание, там, матрица, да, когда мы со стойки, нам надо колени вперед вывести, и тем самым мы еще можем подстраховаться от падения. То есть получается, да, коленки вперед, раз. А я тогда сейчас плечи не могу, наверное. Как надо развивать. Давайте, десяточек раз. Сначала попить, умыться в туалет. Померьте, пожалуйста, температуру. Надо вас... Вот хорошее вот это упражнение, которое я вам говорю, ну, прошу делать, но не знаю, делаете, нет. Это коленки восстанавливает. У меня вот так вот, когда ложитесь, и вот так или садится, оно растяжение идет такое, потому что мне делали... На колено один раз операцию. Это я умудрился впереться так. В общем, полевой выход в армии. Проходит там всякие вот эти движухи, испытания, там захваты, расхваты. И у нас получается штурм дома. Это игра, да, игра. Мы штурмуем дом. И против меня выпадает, я не помню, с какой он группы, ну, условно, у нас там А, у них Б. И вот он выпадает, здоровущий парняга. А не видно лиц в масках там, ну, замотанные. И он мне берцами, ну, там идет момент рукопашного боя, что вот закончились боеприпасы, все, рукопашный бой пошел. И он мне берцами бьет по коленям. Вот эти вот подтыки очень действуют. Да, бам, жестко. Ну ладно, вытерпел, все прошло. А там нету выигрыша, проиграть, там надо пройти испытание. Они, как правило, эти люди либо
либо сержанты, либо офицеры. Вот, как правило, вот такой нас прокачивали, молодежь. И у меня колено опухает, у меня, в общем, мениск. Там вышибли там жидкость. Мне, в общем, привозят в военный госпиталь, все это вообще оперативно. Вывозят с гор, привозят в военный госпиталь, накачивают кислородом, делают какой-то там анализ и просто выкачивают жидкость. И обратно туда отправляют. И вот с тех пор разрушение сустава на правой ноге. Потом были всякие дождики, когда мне прием парняги не получалось. Там с Японии приехали всякие. Пожалуйста. У него прием не получается. Я говорю, давай сейчас получится. Прием такой формы. Я ставлю ногу, ставь свою ногу. Не я буду делать, ты как нет, другую, правую. Вот сюда ставь, вот сюда. Вот сюда ее ставь, вот сюда. Сюда, да. Получается, он делает заступ за ногу, берет меня за руку, и меня в эту сторону надо вот так качнуть. Ну, допустим, качает, да? До этого у него как не получалось. Он делает, а у меня нога выходит. Ну, как бы это пластунка, да? Они там делают прием, а раз, руки выходят. Я говорю, да сейчас получится все, Роман, не гони. Мне потом черный пояс вручили, а я ходил трое суток, у меня нога, у меня ощущение было, оторвали мне ногу. Поставь. Он делает, я поглубже сам делаю заступ, вот здесь прям замочек такой. Он меня так фак бросает. Я вот так падаю, и у меня ощущение, что у меня голень оторвалась. Я вот так... Трое суток я там провел, мы прожили в этом зале. Там, конечно, когда я уезжал, там в шоке все были. Я говорю, блин, ну так нельзя. Приезжаю в больничку, а как я понял, что мне что-то не то? Я не могу приседать на одну ногу. Я приседаю, а у меня... Я почему-то перестал ноги загружать. Вообще падение, все прыжки, это очень опасно. Я начинаю приседать, а у меня нога... Вот этот сустав идет вот сюда. Чашечка вот сюда, а сустав вот сюда выходит. Нифига себе, прям из-под кожи вылезает. А я так не понял, иду в больничку. А мне говорят, братан, операцию надо делать. То есть связки не порвались, но растянулись так, что просто нога разболтанная. И вот уже 5 или 6 лет после такого жестокого, больше, наверное, 8 лет, ну очень, то есть 14-й год. А, да, 8 лет. Я вот так ногой раньше шел, мог прям на дороге, грязь прилипла, я так раз, бах, нога уваливается. Я через дорогу перескакиваю, мне надо ногу вставить. И это, ну может быть слышали сейчас, посмотрите. Все колени полностью. Парни, берегите, поэтому говорю про падение, пожалуйста, берегите. А что позволило мне операцию не делать? Вот эти старые добрые упражнения, гимнастика. Сел и... Суставы идут нагрузка адекватная, тело само не сломает себя. Даже если вы хотите. Я встречал ребят, которые делали себе членовредительские всякие действия, чтобы, например, что-то не делать. Вот чтобы сломать себе что-то, это надо очень сильно постараться. Я не говорю, что так надо делать, но один из примеров. Себе заматывали руку полотенцем мокрым, ложили на края чего-нибудь и просто башкой били. Просто били головой, потому что не хватало силы не так сломать, а головой вес помогал. Либо просили кого-то наступить. Почему мокрое полотенце? Чтобы не было открытого перелома. Стягивали мокрым полотенцем. Это я просто говорю, что насколько тяжело себе травму причинить. Тело, конечно, можно с дуру кувыркнуться, но тело крепкое на самом деле. Даже у кого не очень кажется, оно крепкое, оно на самом деле крепкое. Если бы оно не было крепким, мы не могли бы ходить. Вот это упражнение адекватно, по-природному растягивает связочки там внутри. У нас же как связки находятся, вспоминание. Идет мышца, идет сухожилие, а внутри там, вот представьте, да, две кости. А мышца и сухожилие, оно вот так проникает через кости, вот так связка находится. И они бывают, вот даже пальцы можно взять так, оп, отсоединяются чуть-чуть. Пальцы-то у нас это, гибкие, ноги не такие. Если бы у нас были ноги такие же гибкие и ловкие, как руки, а руки такие же сильные, как ноги, это было бы что-то. Это было бы супер состояние. Ну, как, посмотрите, те лысые обезьяны, шимпанзе, помните, масуха. Или макаки, да, есть заболевания у животных, они лысые становятся. Но там видно все мышцы. Или, например, на льва, на какого-нибудь матерого, посмотри, какой ходит и летит. Да, вот природное. Ну, это хозяев их еще прокачивают, бывает, подкалывают чем-нибудь, тем, что могут вам посоветовать. Ну что, спортсменчики, ну давайте по там тык бахнемся и нормалек, и тренировочка поинтереснее будет, и мышцушка попрет. А то, что прыщи вылезут, да это ерунда, все это подростковые, мамки отмажешься, скажешь, нормально все.
А через 3 года до свидай печень, до свидания печень. А через 5 лет до свидания почки. Или здравствуй, пузо. Все, теперь поехали, давайте. 10 адекватных выпрыгов. Иван, Руслан, я от вас жду красоты. А потом все, да, турнички. Не уверен, потому что здесь будет занято акробатикой. А если просто вот здесь акробатика? Посмотрим, Иван, пока сделайте то, что я вас прошу. Выпрыгни 10 штук. Руслан, Дим, Артем, ты помогаешь Ивану, Дим, ты помогаешь Руслику. А я сейчас сам делаю. Делай. Серый, сейчас, погоди. Сначала первый этап. Дим, по этапам давай, по этапам. Оп, вообще он вот так. Я могу вот так. Есть в мостик можно выйти, в мостик или в выпрыг сделать. Хоп, ах ты, смог вот практически, да. Дим, помоги Руслану, Артем, Ивану, помогите, пожалуйста. Надо, обязательно, Иван, надо, для того, чтобы ты мог объяснить потом другому. Давай. Чтобы не было такого, о, а как ты сделал? Да я так все время могу. Нет, так не надо. Все время мы можем, мы даже все время ложку не можем к рту поднести или там ходить. Вы все умеете, но не все можете. И все умеют, но не все могут. Иногда забывается тело, забывает. А подготовительные надо, потому что вам надо принцип понять. Вот смотри, я соединяю все, что ты мне сказал. Ну-ка давай, ну как не получается, ну-ка давай. Ну, а что он не сделал? Ноги надо вести вперед. Вот ноги, руками... даже если ноги оставить так, что он не сделал? Ты не тянешь плечи и голову, Иван, ты не тянешь плечи и голову. Ну-ка. Как на внутренней тяне. Ты сильно высоко тянешь, по-моему. Надо плечи и голову надо тянуть к сюда. Даже иногда прогиб не очень высокий получается. Да, мошкара там Сергеевич бывает, аж мошка перед глазами. То есть почему мы делаем заряд вот этот вот? То есть надо так, чтобы вытягивало, желание туда кувыркнуться было. Вот так вытягиваете. У меня не очень высоко получается подпрыгнуть, но за счет вот этого вытягивания... Русик, пробуй. 10 раз попыток надо сделать. В вашем случае вообще бы я уже делал бы так, чтобы да, чтобы уже переход на такой элемент акробатический. На голову. Руслан, выходи на голову и на мостик выходи. Ой, оставить, Руслан, Артем. Надо было на голову выйти и на мостик. Вперед. Вот, Димарик, ты Джеки Джан, что ли? Да. Да? Ну все. Подеремся? Почему? Парень, 10 раз сделали, только без обмана. Сделали точно? Пожалуйста, Рустик, доделывай. Я еще в начале занятия раза 2 сделал. Нет, надо сейчас, не в начале занятия, а надо сейчас 10 раз сделать. Вообще... Легкотня. Спокойно, Иван, спокойно. Пробуй. Надо только пробы должны быть. Пробуй. Вспомни, Диман тоже в начале, да, не хотел, просто уперся, не хотел делать. А сейчас делает. Тяжело, но делает. Ваня, вперед плечи тяни. Видишь, он просто встает. Даже пусть будет небольшой прогиб, он просто встает. Плечи, голову. За ними тяни. Пробуй. Это вот как... Это все, вот эти как раз элементы, которые ты не хотел ступени, говоришь, зачем их рассматривать. Вот они складываются между собой. Как раз по ступеням между собой складывается. Да, конечно же, Дима, само собой, по-любому. Сам, все сами могут, 100%. Я не говорю, что я сами. Я делал 3 этапа, делал. Ну, видишь, тебе же сказали сразу, делайте шаги, да, делайте первые ступеньки. Ладно, все, давайте, поехали теперь. Ну, последняя козырная, ладно, стойка на руках, хотя бы на одной руке и на турнике. Давайте. Сразу? Лесенка, быстро делаем лесенку, малюченькую лесенку. Поехали, стоечка на руках, возле стены или возле столба, Руслан. Давай, осилишь? Я осилю. А тебе не обязательно одно. Иван, давай возле столба. Прицелься, отцентруй, чтобы ты точно спиной. Тихо, аккуратно.
А здесь надо уравновесить. Диман, вот так. Давай. Так, Артем, 9 занятий, да, осталось? Да. Давай, какую ты руку выходишь? На правую. Дима, 12 давай, занятий осталось. Когда ты у стены стоять? Дима, Солетин. 1-1. Ну, вот у тебя было тогда 1 плюс 12, сейчас 11. Тогда было 1 плюс 12 или 11 плюс 1, как это? Иди сюда быстрее. Вот тогда было, смотри, 1 плюс 12, да, у нас? Тогда получается 12 сейчас занятий закончил. Или ты хочешь, чтобы 11 плюс 1 было? А, нет, тогда уж лучше пускай 12. 12, все, давай дальше делать. Сейчас дождик. Туда, ничего. Руслан, 3 занятия осталось, да? Иди сюда, посмотри, сравни. Вот 4 было в тот раз, да, занятия? Молодец. Нет, сегодня 3, уже 3 занятия осталось, сейчас. Вот было 4. Да, вот было, например, у тебя в тот раз 4 яблока. Ты одно яблоко скушал, сколько сейчас осталось? Красавчик. Красавчик, да. Иван, 11 занятий. Что, сегодня будете выигрывать занятия? Не знаю. Сегодня. Да в тот раз обещали мне тоже. Да мы там, ну 5 минут останется в конце тренировки, да мы сделаем. Ну да, да. Вот-вот я про турники, я имею в виду, говорю, что постели, Сергей Иванович, давай мы турнички постелим. Так. Поехали на лесенка. На лесенка. 10. Блин, ну для ваших. Хорошо, ладно, 10, но только подтягивайте. Начинайте с 10, но в уголке подтягивайтесь. Все? Да. 10, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 в уголке. Где надо, уголок? Что, пойдем кофейку возьмем? Парни, пожалуйста, без дичи разной, ладно? Мы с Сергеем спустимся. Сергей Владимирович? Александрович. Мы с Сергеем Александровичем спустимся, кофе возьмем. Пожалуйста, не это, ничего не делаем лишнего. Рустик, если в уголке не получается ножки держать, коленки к себе подожми, пожалуйста. Ты когда прыгаешь, коленочки к себе поджимай, прыгни, прыгай вверх. И коленочки к себе, вот, молодец. Все, делаем. Я тут так могу. 10, 9, только без обмана. 8, 7. Меньше перерыв, меньше больше делаем. Руслан, меньше перерыв, больше делаем. Ладно? Хват также другой любой. Разнохватный. Артем, тебе тем более на одной руке акцент надо делать. С уголком. С уголком, конечно. В уголке. А он сейчас типа еще гантелью держал. Гриме 32-килограммового. Блин, ну что за прикол опять? Органы внутренние пытаются оторвать. Oh, блин.
смысл вам кому-то отдавать? Так они там, ну... Фиг с этим.